Здравствуйте, меня зовут Елена. Сегодня я приготовлю лечо из болгарского перца в томатном соусе. Для начала нарезаем перец. В большой емкости смешать свежевыжатый томатный сок, сахар, соль, растительное масло и уксус. Доводим соус до кипения. Добавляем перчик и увариваем около 15 минут, часто помешивая. Когда соус покроет перец, провариваем еще 15 минут, аккуратно помешивая. Крышки помыть и обдать кипятком. Разлаживаем перец по стерильным банкам и закатываем крышками. Ставим баночки под теплое одеяло до полного остывания. Из 5 кг перца у меня получилось 12 баночек лечо. Перец получился красивый, не разваренный, его можно подавать на праздничный стол. Смотрите мои видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Па-па!